На базе комплексного центра социального обслуживания населения «Семья» в Рязани организован пункт сбора гуманитарной помощи для новоприбывших граждан Украины. Детское питание, средства личной гигиены, одежда, игрушки, постельное белье – все средства первой необходимости частью уже предоставлены неравнодушными гражданами. Помощь продолжает поступать. Люди приходят, приносят, организации откликаются. Детское питание, потому что это на сегодняшний момент очень необходимо. Детские предметы личной гигиены, которые тоже достаточно востребованы. Одежда для мужчин, для женщин, теплые куртки, потому что сезон, лет у нас так получается, что достаточно прохладно. Люди побросали дома. Взяли с собой, конечно, по минимуму. Даже банальная нехватка нижнего белья и полотенец, на которые у них нет лишних средств, причиняет огромные неудобства. Любой желающий может помочь переселенцам с Украины. Главный критерий по отбору вещей – они должны быть новыми. Для беженцев, которые располагаются в Полянской школе-интернат, мы буквально два раза уже отвозили гуманитарную помощь под запрос. Конкретно, что необходимо там – носочки, конкретно необходимы там предметы личной гигиены, вещи, теплые пледы. И буквально, то есть, работаем на адресную помощь. Уважаемые жители Рязани, если у вас возник порыв, желание оказать помощь для жителей Украины, мы ждем вас по адресу улица Чкалова, дом 66, комплексный центр социального обслуживания населения «Семья». Ждем новые хорошие вещи для детей и для взрослых.